What is happiness for you? Доброго времени суток. Вешенка грибы-мутанты. Вот такая вешенка. Показываю свою ладонь. Показываю этот гриб. Вот такая вешенка растет на улице. Всем людям советую весенней, весной и осенью не заниматься глупыми затеями, заниматься отдыхом на природе. А вешенка не мешайте ей жить, пусть она себе растет на природе. У нас прекрасная погода. И посмотрите, какого размера вырастает вешенка в уличных условиях. Сейчас 22 апреля. Здесь, как видите, новые примордии. Если здесь пошла волна, вот это, они первые стартанули. Здесь посмотрим, эти немножко через некоторое время превратятся вот в такие же грибы-мутанты. Ну и вот там тоже мутанты можно увидеть. Мы их любя называем мутанты. Потому что посмотрите, какого нового размера. Это такое название, это абсолютно нормальная вешенка. Она... Это блоки, которые уже три волны отродили в помещении. И на улице можете видеть, какие они дают результаты. Пауза. А это П-77 на улице. Вот он растет. Вот приблизительно вот такой вот кучерявый. Но это еще брано. До уровня мутанта он еще не дорос. И немножко сюда посмотрим на этот ствол. Вот такой он растет на улице. Так что, когда я вам говорю, выносите блоки на улицу, тогда выносите и слушайте. И вообще неожиданный момент, если у вас нет улицы, а у вас есть вот такой вот сарай, Роза, Роза, и вот такая собака, то сделайте следующее. Вот оно. Вот они, где спрятались. Свободу. Свободу грибам. Грибам свободу. Оба-на! Сразу видно, что росло на улице при солнечном освещении и что росло в тени. Результат говорит сам за себя. Но главное, нужно посмотреть на вот это. Оба-на! Вот такая вешенка. А вы говорите, грибы, грибы, царь, царь. А легко нам, царям. Удачи.